Суд Египта подтвердил смертный приговор экс-президенту страны Мухаммеду Мурси. Вердикт был вынесен еще в мае, но по местным законам высшая мера наказания может назначаться только с согласия Верховного муфтия. Оно было получено на днях. Мурси обвиняли в организации побега из тюрьмы сторонников радикального движения «Братья-мусульмане». Сейчас оно в Египте запрещено. К смерти приговорены еще 5 человек. Также суд признал экс-президента виновным в шпионаже.